Что? Что? Блин. Можно было об этом поговорить до видоса, а не можно. Во время? Меня больше смущало, что ты типа не знаешь. Нихера не видно, братан. Потом смотришь вот так вот. Так у нас Фил есть. И тебе тоже, жульник? Друзья, всем большой привет. Помните наше прошлое видео, где мы пытались угадать пары? Точнее, я пытался угадать. И получился довольно-таки интересный видосик, поэтому позвал сегодня друга Клима. В какой уже раз. И я думаю, получится что-то реально интересное и крутое, потому что мы будем соревноваться на угадывание. Мы так и не решили, на бабки или на пинок под зад. Можно было об этом поговорить до видоса, а не во время? Не, ну я хочу, чтобы ты принял решение и сказал. Не знаю. Бабки. На бабки? Да, бабки. На кону, получается, будет 500 рублей, потому что мы угадываем 5 пар. А если вы наберете еще 35 лайков, то мы сразу же выпускаем вторую часть, где мы угадываем еще 5 пар. В итоге получается 2 видео про угадывание, вообще кайф, балдеж, поэтому ставь лайк, комментарий, подписка, а мы начинаем на выпуск, погнали! Друзья, в прошлый раз Егор усомнился в моих способностях и думал, что я подглядываю, поэтому он решил усложнить и подкинул мне еще полотенце. И в прошлый раз ничего не видно было, в этот раз тем более, поэтому мы начинаем первую пару, давай сюда. Что? Это? О, вот это я помню, это прослойка какая-то. Так. Не понюхать, блин. Ну, черт возьми. Это Nike. Это точно Nike. Это Кортезы. Кортезы. Потому что вот эта вот прослойка, у них она всегда жесткая. Здесь мягкая, здесь жесткая, да. Она разнослойная. Это Nike Кортез, потому что пара довольно-таки узкая. И чувствую свуш. Стопудово Nike Кортез. Да, да. Идем дальше. Давай первая пара. Кортезы. Так, следующая пара. Ого, вот это уже потяжелее. Пытаемся нащупать что-то. Так, она идет как? Окей, задник. Задник непонятно пока. Очень тяжело на самом деле. Ага, так. Подошва. Подошва гладкая. Здесь какая-то есть надпись, чувствуется. Так, ну это какие-то кеды. Стопудово какие-то кеды. Кеды какие-то. Ну блин, мне кажется, это кеды, да. Только вот какие, ну-ка, ну, материалы, я вам скажу, грубые, неинтересные, такие у Асикса, на самом деле, кеды. А вот здесь вот что у нас? Ну, вот здесь тоже очень тяжело прощупать сам брендинг. Окей, пускай это будет кеды Асикс белого цвета. Да, и по запаху, на самом деле, Асикс напоминает. Держи, дальше. Онидзука Тайгер, да? Game Match Set. О, очень легкая пара, очень легкая. Изнутри они кожа. Нет, это не кожа, это какой-то материал непонятный. Так, прощупываем. О, вот это вот знакомое. Но пока не буду утверждать, что это точно я знаю. Верхушка. Какой-то странный язычок. У кого-то я такой уже видел. Ой, как же хочется снять повязку и посмотреть, что это такое, но я не могу. Это бренд Nike. Нет, не Nike, что это такое вообще? Блин, что это такое? Я серьезно не могу осознать до сих пор, что это такое, потому что, ну-ка, размер здесь. Может, это Asics? Черт его знает. Нет, ну это Nike. Только такие Nike, не помню. Подожди. Похоже очень на Рибоки классические, но... Серьезно? Что это вообще такое, черт возьми? Так, дай мне еще немножко времени, есть что обрежешь, но... Что выходило у Nike такого? Ты что-то на складе какую-то старую пару, что ли, взял? Что это такое вообще? Серьезно. Дам подсказку, это новая пара. Новая пара. И недавно он в футбол пришла. Вообще. Может, я, конечно, просто пропустил, но это... Может, это не Nike? Нет, это явно Nike, какие-то кидосики. Черт возьми, я вообще, честно, вот, ну, не представляю. Окей, давайте назову бренд, пускай, давай, если бренд назовем, это полбалла. Да. Полбалла пускай будет, это Nike. Дальше не знаю, честно. Ну это Nike? А, просто какие? Это Джорданы, лоу версия. Подожди.
Но это Nike, однозначно. Это Jordan, лоу-версия. Давай, следующая. О, вот это уже... Блин, я бы сказал, это Mizuno, но это, скорее всего... Вот у кого такая подошва? Я помню. Я помню, но у нас... Так, ладно. Ну, это явно не какие-то там... Пахнет немножко как Asics, я вам скажу, изнутрянка, внутрянка, сайз-тек. Здесь что-то непонятное. Так, ага, ну вот это вот. Я сегодня, мне кажется, трогал что-то уж такое похожее, если честно вам скажу. Так, либо, может это... Блин, у меня две пары подозрений, либо это Adidas FYW, либо это Mizuno. Вот я честно не помню, чтобы у нас была Mizuno. Вот. Окей, пускай это будет Mizuno Wave как Mizuno Wave. Держи. Так. Блин. Что-то знакомое. Я просто не могу понять, что это такое. Блин. Ну вот тут какой-то логотип. Он не прочувствовался. А знаешь, что это за тема? Может, модель ты точно не знаешь, но бренд точно с этим знаком. Ну это Адики? Блин, это сложно. Это сложно, непонятно. Я вот так сказал. Что там пытаешься набречь свой носик, а? Пытаешься стянуть масочку? Я пытаюсь стянуть, я не понимаю, что это за тема. А нужно модель назвать, да? Бренд и модель. Если указываешь бренд, то половина баллов. Я пытаюсь подглянуть, но я не могу понять, что это такое. Я реально не понимаю. Типа я точно знаю эту модель, да? Бренд точно. Модель. Ну бренд, а модель? Я не знаю! Что-то. Ну, кожа, без понятия. Блин, чел, ну это сложно. Давай. Подожди. Такие бестибойсные кроссовки. Это филы какие-нибудь, я не знаю. Филы? Два филы будут, я не знаю. Ну блин, ну Егор, что за твоя фигня вообще подсунул? Что это такое? О, а это скорее всего... Стой. Помнишь все черные? Я меняю свое мнение. Это будут вансы олдскулы, классика. Вот те черные, которые я сказал полбалла. А вот это конверсы низкие. Держи. 70-ки получается, есть такой носик. Держи. Все, ребят, я снимаю маску и смотрю, сколько я угадал. Да, я снимаю? Ну, наверное. Погнали, показывай. Что? Блин. Это попал. Это попал, да? Блин, вот это уж непросто, потому что вот это вот фигню невозможно угадать. Я подумал про Адики, я подумал про Пумы, наверное, да, но, блин. Ну, это конверсы. Ну, чайки. Низкие. Давай тогда все, можешь снимать. Смотри, какие ты угадал, какие нет. Я все угадал? Меня больше смущало, как ты... Просто тут, короче... Нет, тут, короче, вот, буква F есть. Я думал, тут буква S, но тут буква F. Меня больше смущало, что ты, типа, не знаешь... Нихера не видно, братан. Ты потом смотришь вот так вот, типа, не пытаешься проглядеть что-то, понимаешь? Ну, подглядывал. Мне кажется, подглядывал, потому что... Понимаешь, ты, типа, Фил, просто вот, не знаешь, что... Я даже не... Так у нас Фил есть. У тебя нет эти спагетти. Спагетти? У тебя нет, да. Я не знаю,
знаю, мне похоже. Это очень странно. Ты типа сидел и прям так вот сделал. Да, я. Так, ну что, друзья, закончилась первая часть. Надеюсь, вам зашло. И тебе тоже, жульник. Ну ладно, это решат люди в комментариях, потому что мне показалось, что Климасик подглядывал, поэтому вы в комментариях напишите, показалось ли вам, что он подглядывал таким образом, что типа нос стягивал, или же все было четко, и Климасик просто гений отгадывания. В комменты свое мнение, и мы уж тогда решим, что с ним делать. А так, спасибо за участие, и ждем вторую часть, потому что она получилась еще тяжелее, там пары просто нереальнейшие были. Так что все, вторая часть уже скоро. 35 лайков, и мы выпускаем. Go, 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 go. Лайки, лайки, лайки. Погнали.